Чтобы собрать целую историю города в одной книге, необходимо коллективное творчество, воспоминания людей, которые лично наблюдали за ходом истории. Именно такой сплоченный коллектив смог выпустить в свет исторический экземпляр. В торжественной обстановке наградили горожан, принявших участие в создании книги, посвященной 90-летию города Рассказово. Главным редактором и идейным вдохновителем стала Любовь Павловна Милосердова. Книга состоит из 13 глав, которые собрали в себе не только историю возникновения города, но и развитие здравоохранения, промышленности, православной церкви, историю Великой Отечественной войны, культуры и традиций города. Великолепно трудились и вложили частицы своей души. Поэтому я хотела бы сказать, что эта книга, она не только воспоминаний, но она и носит информационно-аналитический характер, который будет представлять, я думаю, интерес не только взрослому населению, но и нашим подрастающим поколениям, нашим школьникам. Администрация города Рассказово наградила всех неравнодушных жителей, принявших участие в написании этой поистине знаковой для города книги. На церемонии звучали не только благодарственные слова редакционному совету книги, но и воспоминания о том, с какими трудностями при написании издания порой приходилось сталкиваться. Когда, наверное, я прочитаю книгу, то, наверное, я проживу не то, что третью жизнь, наверное, пятую, десятую. Поэтому мне хотелось бы сегодня всем вам сказать большое спасибо, что мы все вот такие умнички, что мы под руководством Любовь Павловны, нашей уважаемой, Ларисы Ивановны и остальных членов редакционной комиссии вот издали такую книгу для города. В создании книги приняли участие более 70 человек. Около 1500 фотографий напечатано на страницах издания. Над подарком городу трудились долгих 2 года. Это своего рода семейный альбом каждого гражданина, при прочтении которого чувствуется душевное тепло и переживание каждого человека, принявшего участие в его создании. Ольга Жукова, Михаил Брыксин, Новости ТВ Рассказово.